Предполагается закрытие перелетов из Краснодара в Сочи, а вот между муниципалитетами и внутри них железнодорожные перевозки и автобусные рейсы сократятся. Это только одна из мер против распространения коронавирусной инфекции на Кубани. Действия в сложившейся ситуации обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба. Совещание возглавил губернатор края. Вениамин Кондратьев обратился к жителям Кубани с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым властями мерам. Хочу обратиться к жителям края с пониманием того, что те меры, которые сегодня обозначил я, это необходимые меры для того, чтобы мы все-таки остановили распространение коронавируса на территории нашего края. Это благополучие, безопасность в первую очередь жизни вашей и окружающих вас людей, в том числе ваших близких. Еще раз подчеркиваю, я прошу отнестись с пониманием. Это вынужденная, необходимая мера. И чем жестче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее мы пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом, которая возникла на территории Краснодарского края. Быстрее пройдем. Вот. Общее сплочение, общая самодисциплина. Кроме того, чтобы не допустить распространения заболевания, уже с сегодняшнего дня Роспотребнадзор рекомендовал временно закрыть все спортивные и детские центры, кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных комплексах, а массовые мероприятия отменены полностью. Также глава Кубани дал поручение региональному Минздраву подготовить дополнительные инфекционные койки, а также сообщил, что порядка 500 тысяч защитных масок в ближайшее время будет доставлено в регион для работников соцслужбы полиции, волонтеров и казаков.